преддверии праздника 9 мая в Каспийске состоялся ряд праздничных церемоний возложения цветов к памятным мемориалам. С самого утра стартовала акция у мемориала защитникам Отечества и труженикам тыла в городском парке имени Халилова. Отметим, что приняли участие в мероприятии представители администрации во главе с Борисом Гонцовым, руководитель дошкольных и средних образовательных учреждений, генерал-майор, почетный гражданин Каспийска Герман Кириленко, председатель собрания депутатов города Абдул-Вахид Джаватов, семьи погибших солдат в ходе СВО, волонтеры, юноармейцы отряда «Юнги Каспия», КФЛ и многие другие. Все они собрались, чтобы отдать дань уважения солдатам Великой Отечественной войны, которые упорным трудом и доблестью принесли заветную победу стране. После делегация отправилась к памятнику-обелиску «Скорбящая мать», где также почтили память всех погибших бойцов. Третьим по счету объектом для возложения цветов стал памятник жертвам теракта 9 мая 2002 года. Этот мемориал занимает особое место в сердцах каспичан. Именно здесь 22 года назад алой кровью была покрыта площадь города из-за теракта во время парада 9 мая. Далее участники возложения прибыли к обелиску воинской славы на территорию русского кладбища, где генерал-майор, почетный гражданин города Каспийска Герман Кириленко рассказал всем присутствующим о страшных событиях военного времени. Я представитель того военного поколения, один из последних, который в городе Каспийске бегал к этим раненым, которые умирали, который присутствовал при их захоронении, который в годы войны мальчишкой мы бегали по палатам этих раненых, умирающих людей. В завершающим объектом для возложения цветов стала стела «Каспийск. Город трудовой доблести». Стоит подчеркнуть, что к данному возложению также присоединился и депутат Народного собрания Республики Дагестан Заур Расулов.